Всем здорово, ребята, с вами Делин. Сегодня я покажу вам, как сводить архив-кор. Не надо мне писать, что это не архив-кор. Я все это понимаю, это просто примерное звучание, короче говоря. Потому что битос у меня очень сильно перегруженный. Мне пришлось своими силами как-то сводить, пытаться делать что-то. Короче, я не назову это архив-кором, я не назову это каким-то вообще стилем, это что-то очень странное. Не знаю, кто шарит, что это за стиль, напишите мне в комментариях, но в названии вставлю архив-кор. Поэтому вот, давайте послушаем проект сам. В общем, вы слышите, какой здесь бит, очень сильно перегруженный, вот такие пироги. И, собственно говоря, давайте пройдемся по сведению. Микс здесь очень грязный, прям очень грязный, то есть я даже не запаривался по поводу того, что я там перекрикиваю в микрофон, появляются какие-то резонансы или еще что-то. Я просто делал грязь, так скажем. Как видите, здесь очень много дорог. И начнем по порядочку, как обычно, с лид-вокала. Он у меня звучит вот так. Я хочу все вернуть, чтобы остаться с тобой. Ты холодной зимой, она была самая теплая. Почему мне так больно? Так, значит, что у нас здесь? Это пресет, который я взял с Ютуба. Опять же, я не помню, у кого я его точно взял. Если это, собственно говоря, человек, который сделал этот пресет, напиши в комментариях, пожалуйста. Я не помню, честно, чей это пресет, но, в общем, я на него добавил только сэндов, а в настройках, по-моему, ничего не менял, но это не точно. Короче, пройдемся по сведению этому. Значит, NS1 стерео, понижаем шумы, у кого какой микрофон, понижаем шумы как по кайфу, то есть как вам, как вы слышите, вот. Я понизил, ой, точнее, обрезал 20. Потом Waves Tune, ну, автотюнчик просто. Pro Q3, такая здесь эквализация. А, вот. Идем дальше. Целый 76. На 18, 30, 7, 7. И ратио 20. Цела 2А. У нас на 45 гейн. А, даже чуть поменьше, там 43. Пик редакшн на 62. Дальше идет у нас гудизер. Вот такой вот гудизер на пресете C. Идем дальше, это даблер. Блять, даблер у меня куда-то делся, я не знаю, куда он делся. В общем, даблер здесь идет у нас, сейчас я его поставлю. Даблер. Вот такой вот даблер должен быть. Вот вы его ставите, он просто вам по ушам вокал разводит. Здесь выставляете настройки. Ну, короче, по-моему, даже менять особо ничего не надо. То есть вы можете оставить таким же. Дальше идем фрешер. Он на 9 медовые, на 60 высокие. Сатурн. Сатурн у нас идет вот такой. То есть бенд 1 драйв на 22. Бенд 1 пас на минус 3 децибела. Медовые 0,02. Требы на 2.20 и, короче, пресенс на 5.64. Левел тут на минус 1 децибел, динамика на 0.5. Но здесь выставлять все опять же на слух. И DSR на минус 22. Значит, по эквализации вот этой вот, здесь у нас идет, что там, на 4.6 децибелов нижние частоты, на минус 3.4 средние частоты и на плюс 8 где-то так высокие. В принципе, это пресет основной. Дальше идут сэнды на Вальгалу. Вальгала здесь дефолтная, вообще ничего не менял. Грязное звучание. Вот. А, понизил громкость немного. И самой дороги я тоже понизил громкость на 75. Это на 58 стоит. В
Второй сент у нас идет на микрошифт, тоже чтобы разводить по ушам. Второй стиль, фокус. А что с ним? Ну ладно. Вот такой микс, вот такой фокус. Дальше, ну и тоже громкость немного понижена на 68. Следующий сент опять Фольгала. Опять ничего не менял, просто нужно было пространство добавить. Ну и получается вот такой звук. Я хочу себя вернуть, чтобы остаться с тобой, ты холодный зиму. Извиняюсь, даблера не надо. Я хочу себя вернуть, чтобы остаться с тобой, ты холодной зимой, она была со... Ну, в принципе, вот такой вот звучок получается с этих, с этого пресета и вот этих трех сэндов. Дальше у нас идут лево-право. Они у нас на вот этом пресетике, вот так они звучат. Сейчас посмотрю, автотюн у меня не сбился. Нет, все нормально. Я хочу себя вернуть, чтобы остаться с тобой. Ты холодной зимой, она была самой теплой. Но почему мне так больно? Немного зафальшивил, неважно. Короче, значит, что у нас здесь по пресету идет автотюн. Выкручены прям сильно на шестерку. Дальше Pro Q3, вот такая эквализация, очень сильно поднял высокие, вот так обрезал. Дальше Pro C2, вот threshold минус 31, ratio 4.001, атака на 7, релиз на 63, wet gain на плюс 8, это не трогал, ну и все в принципе. Дальше Fruity Parametric EQ2. Убрал нижние, убрал нижние, убрал высокие, вот это подрезал, ну, шестерку чуть повыше просто дал, и все. Дальше флангер вот такой, не помню, дефолтный это или нет, но вот такой вот флангер у нас. Дальше флангус, вот только в это походу поднял, и, ну, вот, короче, такой вот флангус. И он у нас идет на 26%. Airvox Stereo не юзал. CLA 2 у нас на 40. Peak Reduction на 70. Abbey Road. Где-то, ну, 75-72 вот здесь стоит. У меня на гейне ratio на 4. Input на минус 2,7. И, в принципе, все, больше ничего не менял здесь. А, ну и output, походу, там минус 1. Десер минус 22. И здесь просто поднял нижний, чуть срезал средний и чуть приподнял высокие. Идем к сендам. Сенды у нас. Первый сент на Fresh Air. Сотка 29. Десер почему-то тоже не работает. Ну ладно, это не важно. Десер, короче, в принципе, здесь особо-то и не нужен, ладно. Следующий сент у нас только на RC-шку. Такая вот RC-шка. Просто Space выкручен очень сильно, прям очень-очень сильно. И все. Следующий сент у нас идет на, опять же, пространство, LexPlate. Здесь предилей просто стоит, Reverb Time. Вот такие вот настройки, запоминайте. Еще одна Valhalla с пресетом Large Ambience. Вот такая. Дальше у нас идет Echo Boy. Эхобой на пинг-понге, 174-174, микс на середине, фидбэк на почти середине, хай-кат, лоу-кат, вот такие настройки. Запоминаем, записываем. И дальше последняя дорога у нас идет на 13-м пресете. Это, и звучит оно вот так вот. Вот такой вот пресет. Значит, здесь идет автотюнчик прямо в ноль. CLA-шка 60-60. Деструктор. Здесь только хорус у нас стоит. Вот с такими настройками. Дальше Fruity Multiband компрессор. Крутил, по-моему, только нижние, да? Вроде да, только нижние крутил. И, в принципе, все. Вот такие. Все на ашках. Дальше Echo Boy на 68%. Single Echo. Echo Time на 174. Вот такой микс, такой фидбэк. Хайкат не срезал, лоукат срезал чуть-чуть. Дальше параметрик пресет Old Telephone. Sound Good Deezer, ну плюс-минус 75% здесь.
Дальше флангус на 50% вот с такими настройками. Сус. Сус, чтобы был такой шипящий звук, просто на 12.5 его поднял, остальное вообще ничего не менял. И OTT. OTT просто через Ctrl выключу вот эти левые дорожки и 42 дефа. И чё, посыл. Посыл. Здесь вроде ничего не менял, да, здесь ничего не менял. И посыл. Little Alter Boy, чтобы был pitch. Да, это, наверное, странно звучит, но мне просто заходит вот этот pitch на фоне. Не знаю, мне просто нравится. Drive вот такой, микс вот такой, ну и 12-12 pitch форманта. И Valhalla. Valhalla дефолтная, просто срезал высокие, срезал низкие. И decay на 1.92, и все. Больше ничего не менял. Ну и чтобы немножко бит не был таким шизанутым, я здесь пошаманил чуть-чуть звуком. И, собственно говоря, вот так все получилось. Зимой она была самой теплой, но почему мне так больно? Вот такие пироги, в принципе, очень объемное звучание, очень грязное. Такой гранж архив кор, что ли, не знаю. И если что, вот эти разводить по 50 и на 50 громкости. Получается вот так. И все, в принципе, здесь больше-то ничего нету. Бэки у меня здесь записаны на 13-м, а на 7-м. Все вот так звучит. И все. Это все сведение моего трека в стиле архивкор. Вот такие дела. Че, всем удачи. Всем пока. Надеюсь, вам понравится это видео. Пресеты закину в свой телеграм-канал. Там уже посмотрим, как по времени получится, либо сколько подписчиков наберется. Ну, посмотрим, короче говоря. Кому надо будет это, в принципе. Все. Peace. Всем мира. Удачи.